В республике не исключают введение режима чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых. Сегодня об этом заявил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Специалисты ведомства обследовали посевы на площади 68 тысяч гектаров. Большая часть озимых погибла. Прогнозная площадь гибели составляет около 38 тысяч гектаров. Это больше 500 миллионов рублей. Если даже пересчитать, в 6 муниципальных районах на утро сегодня ЧС уже ввели. Основные районы вводят сегодня также ЧС. Хозяйствам, потерявшим озимые культуры, материальный ущерб компенсируют.